Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hero Bots. Ну что ж, приступим. Так, у нас сейчас, по идее, что тут должно быть? Ага, мы получаем бесплатно медь, кубик какой-то. А, торс мы получили, все понятно. Так, ну это нам не нужно. Вот они, мои бойцы, готовы к очередному сражению. И мы приступаем с вами проходить основную сюжетную линию. Так, смотрите, ребята, у нас осталось всего лишь один бой до босса. Так, ну что ж, тогда приступим. Войти в бой. Да, минус 5 энергии, поехали. Глянем, кто здесь у нас будет. Блин, такие замечательные роботы потом в дальнейшем будут даваться. Так что, особенно вот этот с булавой, или как его, с хаммером. Ну что, оу, два сразу, ребята, да хорош, завязывайте. Ну что ж, нам некуда деваться, будем пробовать. Давайте начнем вот с этого. О, елки-палки. Получил люлей я. Так, давай отбегать. Ну иди сюда. Ох, ничего себе он меня накатил-то. Ну-ка получи от другого роботека. Будешь получать хорошие плюшки. Слушайте, мне вот этот вот с мечами бесит, если честно. По-моему, он будет вертушки делать, если я не ошибаюсь. Он специализируется на круговой атаке. Да-да-да, ребят, так и есть. Черт, подери, пускай он там кружится. И этот меня теперь под халим бьет. Так, у меня готов суперудар, ребят. Надо поймать их. На, не успел маленько. Ладно, еще разок. Все, попался. Бинго! Ну... Давайте-ка сейчас мы его накумарим. По-быстрому это сделаем. Ну что не копится-то, елки-палки. Все, шикарно. Добиваем. Минус один, как говорится. И добивающий удар. На-ка. Ладно, этот, короче, у нас отгреб. Вот теперь у нас остался зомби. Короче, зомби в костюме полицейского. Черт побери, у меня суперудар, ребята, есть. Надо им воспользоваться. Отлично. А, нет. Не успел. Елки-палки, у меня один робот пал в бою. Ну-ка, давайте попробуем. Лови, гаденыш. Так, быстренько все это сейчас сделаем. Ну, я надеюсь. А почему у него такая защита обалденная? Я всего по одному урону наношу. Ребят, смотрите, это нечестно. Какой-то он крепкий слишком уж, чересчур. Ну-ка, ах, за мной бежит. Как это, я не понял, он так сделал. Он телепортируется, что ли, еще при этом? Ёлки-палки, ты заколебал, летун. Ё-моё, сейчас, ребята, я потеряю еще одного робота. Все. И остался у меня последний, а у него очень мало хп. Это мой танк. Ну. Да, ребята. Не получилось у меня, к сожалению, их пройти. Грустные такие сидят. Один аж отвернулся. Да как так-то получилось, я не понимаю. Ну, давайте попробуем улучшить, я не знаю. Что мы здесь можем? В принципе, они у меня какого? 9 уровня должны быть все. Ну, давай тогда начнем с этого. Так, немножечко улучшили. Так, здесь тоже. Полностью давайте их улучшим, наверное, да, ребят? Да что такое-то, я не могу... Какой у них левел-то? Столько их апгрейдить можно. Все, полностью он у меня прокачанный. Да. Так, а что мне с тобой делать? Медь, автомобиль, голова. Автомобиль, голова. Это уже что-то из трансформеров, ребят. Ого, сразу на 40. Неплохо, неплохо улучшается. Тут 45. 22, 36. Давайте тогда полностью проапаем. И думаю, что на этот раз у нас должно все получиться. Так. Используй чипы на каждом 10 уровне.
Вот оно как. Так, это мы не будем пока трогать, разбирать все. Давайте улучшать. До 9 уровня в данный момент у нас идет улучшение полное. Так. Слава богу, у меня хватает материалов, как говорится, и денег все это сделать. Да не нужны мне ваши эти суперкомплекты. Отстаньте вы от меня. Льготного подарка, ага, конечно. Нашли дурачка за кристаллы. У меня 45 всего кристаллов, так что мне это ничего не светит. Ладно, ну, хорошо, что я их прокачал. Так, это что у нас такое новенькое появилось? Степень сбора. Орк, пират, ниндзя, скелет, автомобиль. Получить награду. Так, деньги получили. Панк, кубик, ковбой, полицейский. Нифига. А что такое за степень сборки? Я что-то не могу понять, если честно. Зомби-справочник. Зомби-справочник, елки-палки. Не разобрался я, честно говоря. Не понял, что там нужно было сделать, ребят. Сданные в аренду роботы. Ух ты, я получил 1980 монет за своего Санта-Клауса. Робот-Санта. Так, пройти локации 1.5. А тут что у нас такое? Ага, награду получаем. 3 алмазика. Ну, а, еще даже есть. Отлично. Давайте все забирать. Алмазики лишними никогда у нас не будут. Вы сами это прекрасно понимаете. Все. Так, а это что такое здесь? Отборные детали бесплатно. Конечно, давайте откроем. Ну, здесь обычный будет, да? Давай посмотрим. И мы получаем с вами редкостную медь-ниндзя-голова. С тремя звездами, но первого уровня. Блин, я хочу серебряные детали, ребят. Комплект 10 деталей, 2000 алмазов. Неплохо. Сколько мне копить до них придется? Ну, вроде бы как и все, да? Мы здесь с вами сделали. А, нет, подождите, монтаж. Так, ну-ка давайте-ка глянем, что у нас тут есть для монтажа. Так, рука, торс. Так, голова. Смотрите, дает плюс 5 к атаке и плюс 5 к энергии. Так, а здесь у нас с одной от первого, вот это четвертого уровня, 3 звезды. Нет, разбирать мы, наверное, не будем, ребята. Нам нужно его, скорее всего, установить. Давайте вот так вот сделаем. Ох ты! Вот это уже другой разговор, ребята. Ниндзя, личный эффект. Скорость уклонения увеличивается на 60%. Ничего себе. На 60%. А вот это можно разобрать. Да, мы получаем какие-то всякие, вы видели, плюшки, то бишь эти детали. Да, да, не жалко, ребята. Потому что, в принципе, от них никакого толка. Что у нас по костюмам? Так, все пока какое-то слабенькое для нас. Так, а из оружия? Так, ноги. И руки. Ух ты. Ну-ка, давайте-ка вот посмотрим. Не подходит, ребят, не подходит. 3 звезды. Слушайте, а вот это вот довольно хорошо дает. Подождите, не это я хотел сделать. Я хотел установить. Вот так-то вот. Ну что, теперь, наверное, можно, в принципе, и попробовать, да, ребята? Как вы думаете? Я думаю, теперь-то я им дам люлей по полной программе. Этим боссам двоим. Так, как там идти-то, я уже забыл. Этот Санта тут смешной до чего. Но он у меня до сих пор в аренде стоит. Так что, ребята, если кому нужно, покупайте. Ох ты, награда за сбор. Золото, черная вдова, голова. Неплохо.
Блин, я хочу такую штуку себе, ребята. Черная вдова, награда. А за что она дается-то? Немножко не могу, можно получить, повысить в степень сборки справочника. Так, я что-то... 30% дается голова, 40% дается там тело. В общем, как-то пока непонятно, но будем в дальнейшем с вами разбираться, это естественно. Так, это нам не нужно. Так, ну что, я не знаю даже, так, что это у нас тут такое? Опять же непонятно, что-то один кристаллик, одна энергия. А, купить энергию, что ли, ему, или что? Точно, ребята, вот это надо сделать обязательно. Мы же поменяли голову и руки. Это все надо прокачать обязательно до 9 уровня. У этих у всех все по-старому осталось. Ничего мы здесь не сможем сделать. Ну что ж, давайте, ребят, наверное, тогда попробуем с вами пройти на этот раз этих двух безмозглых роботов. Так, ну-ка, на рынок, может быть, сходить. Давайте глянем, что у нас тут есть хорошего. Каких только роботов не продают. Блин, а вот это такой неплохой вроде. Так, ну, они... Блин, сколько аренда? 5700, ё-моё. Это, по-моему, мой, нет? Что-то два одинаковых каких-то. Может, вот этого взять? Конечно, не буду, ребят. Так, ладно. Поехали, теперь мы уже в бой, действительно. И будем накумаривать этих боссов. Поехали. Ух, как говорится, держитесь у меня. Роботы идут. Так, ну это пропускаем. Поехали. Сейчас они у меня подкачанные. Немножко апгрейденные. Так что... Черт подери, ну хорош крутиться. Ай, елки-палки. Даже встать не дают. Так, давайте туда. Бегать, бегать, бегать. Главное бегать, ребят. Не стоять на месте. Он задолбал там своим бумерангом пуляться в меня, а? Иди сюда. Да что ж такое, что промахиваюсь-то, а? Автоприцел стоит, все нормально. Опять этот со своей вертушкой. Ну, прыжок. Мимо. А теперь моя очередь. Так, отлично. Пока неплохо идет. Кстати, здесь они, оказываются, оба зомби. Просто в разных костюмах. Ох, ничего себе. Ну все, сейчас мы... Тихо, не подходим, не подходим. Пускай прокружится. А как это он так умудрился-то? Я не понял. Ну-ка, гад. Получи суперударом. Я тебя сейчас в землю вобью. Поехали, ребята, его колбасить. Набираем энергию. Все, я думаю, что он будет готов. Да, мы его подбили. Ну что, получил свое. И остался у нас с копьем. Неплохо на 200 я его бомбанул. Так, видимо, это был крит. Нет-нет-нет, я все равно должен его победить, ребят, как ни крути. На-ка. И последний удар. Черт подери, он сопротивляется. Давай-ка, тяжеловес ты мой. Оу-оу-оу. Блин. Ёлки-палки, совсем плохо дело, ребят, совсем плохо. Ну, ну давай, отлично. Мы его сделали и проходим с вами уровень. Ну вот, это уже другой разговор. Хотя бы веселенький, а то сидят бедные, загрустили. Я еще и достижение получил какое-то. Открыт уровень сложности у нас новый. Командиры, вы не проводили апгрейд деталей. Я покажу вам, как это делается. Как это я не проводил? Все я делал. Апгрейд деталей позволяет повысить их класс и мощность. Железо, медь, серебро, золото. И чего? Поместить. А что поместить-то? Вот это что ли? Ну, давай попробуем все. Ага, это мы из меди переплавляем, ну, из железа в медь. Из меди в серебро. Ну, чего-то не хватает, по ходу дела, да, нам?
Эй, красавица, что дальше ты не подсказываешь? Что надо сделать-то мне? Непонятно. Деталей у меня больше нет, к сожалению. И всяких там механизмов. Нормально, да? Вы давно не апгрейдились. Показала мне, и все, и на этом тишина. А как дальше делать, догадывайтесь сами. Ребят, если кто играет в эту игру, подскажите, что сюда надо вставлять. Ну, я вставил этих 5 каких-то там компонентов, но, видимо, не хватает мне. И надо еще как минимум 5 штук вставить, чтобы из меди переплавить в серебро. А из серебра и так далее, и по возрастающей. Ух, ладно, хорошо, что у нас здесь. Ага, еще 3 кристалла мы получаем. И все, нет, больше ничего не дадут? Нету. Так, ну что, ребята, у нас на подходе босс. Создатель зомби-робота наделил его атрибутами льда и огня. В бешенстве он способен разорвать врага на клочья. И у него еще плюс какие-то эффекты есть. Скорость атаки повышается на 30%. Ого, реликтовый лес. Это все его составляющие, я так понял. Ну, что ж, придется его разобрать именно на эти составляющие. Почему бы и нет. Поехали. О, да он один здесь. Надеюсь, справимся. Здоровый какой, а. Ох ты, у него еще и полоска жизни не одна. Елки ты палки, смотрите. Синяя только лишь. О, нет, 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 нет. Он засасывает к себе. Вот хмырь-то, а. На-ка, выкуси. Черт тебя подери, а. Сопротивляется, а. На. Ну, слушайте, у меня вот этот робот. Оу-оу-оу-оу-оу. Этот робот у меня довольно неплохо бьет. Но вы посмотрите, какие у него мощнявые атаки. Так, нужно суперударом, естественно, ребята. Так, отлично. 141 минус. Накапливаем. И... Слушайте, ну полосочку мы должны отобрать у него сейчас в жизни. Получи. Нет, немножко не хватило. Но, по крайней мере, все, ребят. Последняя полоска у него пошла на расход. Опять он кружится, гад. Сбил меня. Так. Давай, давай, давай. Я не понимаю, у меня стоит автоприцел, почему он косит? Давай, давай, немножко осталось до суперудара. Отлично, делаем, делай. Да сбивает он. Ну что же, гаденыш, получи. Копим, ребята, энергию. Давай, давай, полностью, отлично. Хе-хе. Вот это уже другой разговор. И добивающий, на. Осталась половиночка столбика у него жизни. Так, дайте, хотел шарик подобрать, блин, который там валяется. Там стопудово этот запчасти от этого робота. Они нам... Блин, да что ты будешь делать-то? Нет, мы не можем проиграть, ребята, не должны. Черт подери, нифига он бумерангом пульнул в меня. Так, шарик я все-таки успел забрать. И это главное. Так, ребят, смотрите, он в ярости. И у меня остался последний танк. Елки-палки. Наверное, сейчас он меня победит. На, получи, гад. Все, он попался. Он попал под мой суперудар. И мы его сейчас победим. Ха-ха-ха. Получи. Получи, вот так вот, мой полицейский в гневе. На. Ребят, в любом случае мы прошли. Фу, я уж думал, сейчас мало ли опять какой-нибудь босс выйдет. Как они здесь любят это делать. Но все же нас с победой поздравляю. И мы продвигаемся с вами дальше. Я не знаю, что нам тут дадут за это. Ух ты. Всяких плюшек надавали. Давайте возвращаться на базу. Бесплатно. Давай открывать. Это, кстати, те шарики, которые мы с вами подняли. О, железо. Зомби-нога, ну это херня, слабенькие они. А это... Почему железо? Дали бы лучше бы медь или серебро. Подожди, железо вроде бы лучше, чем медь, да? В общем, мы это все с вами потом посмотрим.
Ну ладно, тогда возвращаемся с вами на базу. И что тут у нас? Да, мы получили, забираем свой ревард. Все пока хорошо. Ну, нового, я так понял, нам пока ничего не дали, да? Арендовать одного робота надо. Тогда мы получим с вами еще один подарочек. Ну, это что за фигня? Мне это не нужно делать. Зачем вы так делаете со мной? Поступаете. Так, арендовать. Я уже забыл, честно говоря, где эта арендовка у нас происходит, если честно. Мы получим с вами вот две каких-то детали, которые, я так понимаю, можно потом будет апгрейдить за счет них. Помните, куда мне не хватало? Так, текущая база 10. В общем, это все данные. А тут-то что у нас такое? Так, бесплатно получает 30 энергии. И еще бесплатно 2 кристалла. Но это надо смотреть в видеоролике. Рекламу точнее. Кстати, скоро у меня база получит 11 левел. И это будет хорошо, ребята. Блин, это не то все. Это сдать в аренду. Где же там у нас взять? Тут еще будут потом ПВП доступны, ребята, воевать среди роботов. Ох ты! И у нас открываются новые-новые возможности. Но это, ребята, мы уже с вами будем смотреть в следующем выпуске. А на этом всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых видосиков. Все, всем пока и удачи, ребята.